Здравствуйте! Ну, наконец-то я на Северном полюсе! Яу! Вот это счастье! От медведя убежать, вот это счастье! А вы Кирилл Андреевич ведь, да? Не знаю, не помню. Да не-не-не, точно, Кирилл Андреевич, я вас на фотографиях видел во всех газетах. Я Николай, я прислан к вам страной в помощь, чтобы усилить популяцию белых медведей, тюлени сохранить, измерить окружающую среду, температуру и арктические льды сохранить. Еще очень много важных дел. Так что же мы стоим? Бежим, бежим, бежим скорее! Ты что? Куда ты несешься, мой друг? Остановись! Поставь чайник лучше. Чайник? Ну? Ух ты! Минуту на Северном полюсе, уже первое полярное задание! Есть, шеф! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! 10 шагов до чайника! Вот оно, мое первое арктическое исследование! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Ух ты! Семь! Туда 10, оттуда 7! Вот оно, первая арктическая аномалия! Запишем! Ух ты! Как интересно-то все здесь! А когда мы будем мерить температуру окружающей среды? Да не торопись ты, мой дорогой! У тебя еще здесь вся жизнь впереди. Не прилетит больше вертолет. Почему не прилетит? Я даже ведь это же. Он только прилетел? Привозит, но не увозит. Да? Ты думаешь, почему он на землю не садится? Чтоб другие полярники залезть не смогли. Да? И что, вы тут один совсем, что ли? Ну как один? Со мной здесь вот 300 пальм, 800 тысяч сосен, огуречник вот. Стоп, у меня была пятерка по арктической флоре. Таких растений здесь нет. В первый год будет казаться, что нет. Потом появляются. Тихо, куда? Тихо, я ему еще что-нибудь сказал. Ты да, быстро. А это же мне показалось. В первый год будет казаться, что показалось. Что делать-то? Ну что вы там стоите? Ну что вы? Что тут толпитесь? Давайте заходите, что? Видите ли, нормального человека давно не видели. Давай заходите, знакомьтесь. Что, знакомиться, что ли? Ну а как? Вот с этими теперь знакомиться? Куда теперь деваться тебе? Николай, выпускник физико-биологического факультета. Льдинка, снежинка, вода в твердом агрегатном состоянии. Вы красивая. Комплиментов ей не говори, а то растает. Николай, можно просто Колян. Снеговик. Че, может, пойдем температуру мерить? Есть более важное задание. Так. Иди сюда. Угу. Значит, здесь картошку почисти. Ага. Здесь пол помой. Угу. Че вы мешаетесь, а? Вы че мешаетесь? Че уходите за нами? Извините. Значит... Здесь, значит, полы протрешь. Слушайте, вы что? Вы что делаете? Чего вы мешаетесь? Это вы беззаботные снежные существа. А я, между прочим, ученый, оказывается. Ко мне вот коллега приехал. Идите вон на улицу, на солнышке погрейтесь. А ты что на меня орешь? Ты думаешь, мне легко? У тебя-то хоть я есть. А у меня только морковка да ведро из реального. Как я могу с ведром разговаривать? Это же жесть! Эх, еще когда я тебе вертолет принес, не надо было к тебе подходить. При чем здесь вертолет? Да помню я, как ты на него смотрел. До сих пор выйдешь, смотришь вдаль, ждешь его. А не вернется он! Использовал он тебя! Поиграл и бросил! Променял на какого-нибудь молодого, типа вон его. Вы, товарищ Седонин, не надо вот это у меня ваши конфликты впутывать вообще. Что такое вообще? Ты что думал, а? Приехал тут на все готовенькое, да? Ходит тут градусником своим везде в землю тыкает. Температуру измеряет. Да она, между прочим, везде тут одинаковая, понял?
потому что это Северный полюс. Да тут, если хочешь знать, помимо твоей температуры, еще и девушки симпатичные есть. Что происходит, вообще не понимаю. Да это жизнь, вот что происходит. Мы тут, между прочим, строим отношения. А не нравится? Вали за периметр. Это бред какой-то вообще. Замерзшая вода будет мне указывать вообще. Бредятина какая-то. Слушай, ну не дуйся, что ты? Ну хорош. Ну давай споем нашу. Ну давай. Северный полюс, ну, это наша, ну, совесть. Здесь крепкие люди, я и Колька, и, ну, и не только. В мозолях все руки, смекалка, сноровка, ну, ну. Ведро и морковка. Ну что, мир? Да. Давай про него споем. Молодой полярник, красиво одет. Это... бред. Это бред, ну реально, что, мне справлять Новый год с сумасшедшими и снегом, что ли, я не знаю. Это ужас какой-то. Осталось только Деда Мороза позвать. Как ненормально это звучит вообще. Тин-тин-тин-тин, осторожно, мои олени едут назад. Тин-тин-тин, осторожно, мои олени едут назад. Привет! Дедушка Мороз! Заждались, вижу, да. Ну, загадывайте желание. Я первый, Дед Мороз, я первый загадываю. Можно я отсюда свалю прямо сейчас домой навсегда? А, можно? Да, конечно, не проблема, садись давай. Ага. Садись, ну. А что, так можно было, что ли? Да, конечно, можно. Я думал, вы какое-то материальное желание загадаете, там, машину, дачу. А это-то не проблема. Едешь? Да, конечно. Давай, прощайтесь. Да что с ним прощаться? Блин, как хорошо. Хоть грязный снег в городе посмотрю. Посмотрите, как быстро сейчас поеду.